Приветствую вас, друзья, с вами Фил, как всегда, и в сегодняшнем видео у нас с вами будет демонстрация моего прокачанного набора 42028 серии LEGO Technic. Как вы можете видеть, это бульдозер, который вы не так давно видели у меня на канале, но бульдозер уже измененный. Как многие могли заметить, у него появился двигатель V6. Это было не так просто, как я думал, и для этого понадобилось заказывать определенные детали. Ну, собственно говоря, что я сделал? В первую очередь я разобрал его гусеницы, снял капот и отделил носовую часть. Затем я расширил двигатель и, соответственно, прикрепил дополнительное звено, которое, в общем-то, образовало весь движок V6. Затем прикрепил носовую часть и соединил здесь двумя другими бимами на 11, скажем так. И после всего этого наш бульдозер, в общем-то, сохранил всю свою функциональность. И даже более того, смотрите, как стал он работать. Очень здорово, не правда, да? По-моему, это просто шикарно наблюдать, как двигаются поршни внутри мотора, причем они двигаются сразу с двух сторон. Не знаю, как видно. В общем-то, бульдозер получился очень и очень классным. Ну, также, как я и говорил, сохранил свой функционал. Ковш также поднимается, опускается. Понадобилось единственное, что расширить вот здесь вот наши гусеничные опоры на 1 сантиметр и слегка их переделать. Вот. Я полагаю, что никто не модифицировал этот набор так, как я. По крайней мере, на YouTube я не нашел таких видео. Ну, собственно говоря, демонстрирую вам вот это вот. И показываю снизу, чтобы вы могли тоже наблюдать. Вот как вот здесь закрепил. Также понадобилось 6 дополнительных траков гусениц. Все, вот такой вот у меня новый бульдозер. Понадобится еще докупить несколько траков, чтобы у меня обе модели были функциональными. Как это, так и 42006 гусеницы, которую я изъял. Вот. Собственно, для этого бульдозера понадобился еще набор 42002. Это ховеркрафт, судно на воздушной подушке. В общем-то, ни о чем себе набор, но двигатель очень и очень пригодился. Вот. Ну что ж, друзья, всем спасибо за внимание. Вот так вот можно модифицировать 42028. До встречи!